Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, поздравляю вас с профессиональным праздником Днем Спасателя Российской Федерации. МЧС России сегодня это выстроенная система реагирования и предотвращения чрезвычайных ситуаций пожаров. Это команда профессиональных специалистов, объединенных в спасательное братство, единой благой целью – обеспечение безопасности граждан и защиты их жизни и здоровья. Спасатели МЧС России всегда на передовой. Каждая чрезвычайная ситуация требует от вас предельной собранности, оперативности и умения принимать верные решения. Вы первыми оказываете помощь к тем, кто попал в беду, рискуя своим здоровьем, а иногда и жизнью. Прошедший год был непростым для нашего ведомства. Он унес жизни наших коллег. Мы помним всех погибших товарищей от рядового до министра, отдавших свои жизни во имя спасения других. Вечная им память. Особые слова благодарности хочу выразить ветеранам, стоящим у истоков создания ведомства. Ваша поддержка бесценна для нас. Мы продолжаем заложенные вами традиции и чтим дух спасательного братства. Уверен, что и впредь наша команда МЧС России Будь столь же достойна нести службу на благо Отечества. От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и новых успехов в благородном деле.